Кадры, которые мы получили только что, Владимир Путин проводит встречу с президентом Гвинейской республики Альфой Конде, который находится в нашей стране с официальным визитом. На повестке расширение двустороннего сотрудничества. Как раз накануне Владимир Путин подписал указ о награждении президента Гвинеи орденом дружбы за вклад в укрепление двусторонних отношений. В центре внимания также текущее состояние и перспективы развития взаимодействия со всем континентом. Гвинея сейчас возглавляет Африканский союз.